Новая кадровая программа «Газпром добычи Ямбург» для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера набирает обороты. Представители управления кадров и социального развития компании провели презентацию программы «ЕДЭЙКА» для учащихся Пуровского, Тазовского, Надымского района в формате видеоконференции. Специалисты рассказали о деятельности общества, об условиях участия и о востребованных на предприятии специальностях. Мы понимаем, что для ребят это возможность успешной профессиональной самореализации. Да? Это возможность получить образование по востребованным в обществе специальностям и, главное, быть трудоустроенным в обществе «Газпром добыча Ямбург» и работать здесь, в своем регионе, на благо и региона, и себя, и общества в целом. Программа «ЕДЭЙКА» – пилотный проект, направленный на развитие регионального рынка труда и обеспечение потребностей компании высококвалифицированных рабочих. Партнерами выступают Новоуренгойский многопрофильный колледж и «Газпром техникум Новоуренгой». Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов. Специально для ЯТВ.